Всех на канале DivColdaIskatel. Все дела переделал с утра. Время уже 11 часов, так что далеко никуда не получается поехать. Поэтому поедем сегодня в ближайший сосновый лес. Там, где я еще не ходил с новым прибором, да и тем более с новой катушкой. Ну, места выбиты-перевыбиты, как все и в округе. Так что вероятность находок все-таки ниже. Как вчера ВКонтакте общался с этим товарищем. А, нет, в комментарии к видео. Подтверждают очередную, ну или как, не очередную, а нашу поговорку камрадовскую: выбитых мест не бывает. Я в ответ говорю: бывает только плотность выбитости мест. А чем выше плотность выбитости, значит, тем меньше вероятность находки. Ну, ничего страшного. Сейчас минус 7. Прохладненько, но солнце. Днем будет где-то плюс, то есть плюс 2. Минус 2 где-то так. Ну, ходить все равно комфортно. Термобелье одел. Можно хоть 3-4 часа ходить, не замерзнешь. Поэтому не переключаемся. Ждем находок. Надеюсь, они будут. Приехали на место. Значит, традиционно, как я в последнее время делаю, я уже рассказывал, открываю Vetus Map, включаю геолокацию, нахожу место, где мы стоим, потом ставлю метку, пишу «машина», сохраняю. Вот, тынц. И выключаю приложение. Вернее всего, не приложение выключаю, а выключаю телефон. Потому что Equinox все-таки реагирует на телефон. Лишние нам помехи не нужны. Кто-то там говорит режим самолет включать. Он и с режимом самолет веник реагирует. Так что просто выключаем и берем с собой. Ну, чтобы быстрее найти машину. В нашем лесу тут заблудиться-то трудно. Но если пойти немножко не в том направлении, можно машину искать целый час, а то и больше. Поэтому, когда закончили коп, включаем телефон, приложение и идем. Ну, здесь у нас в лесу вообще снега практически нет. На удивление, я думал, снежок будет. Так что сегодня будет ходить вообще комфортно. Здесь песок, листва невысокая. Но минус 7. Так что походим, погуляем. Сосновый лес, и здесь еще дубовые листья. Вообще просто блеск. Не переключаемся, ждем находок. Второй сигнал. Первый сигнал был пробка. Второй у нас пули. Звучало как 15. Ну, какая-никакая находка. Смотрите, какая прелесть тут. Дышать свежим воздухом, ходить — одно удовольствие. Земля как пух. Видите, все даже не земля, а песок с землей. Так что даже если находок не будет или будет минимум, это ничего. Просто погуляем. Сигнальчик был, срывался 20-25 и чернины. Ну, такие сигналы я обычно копаю, потому что здесь наконечники есть старинные для стрел. И я еще громкость железных целей прибавил. То единичка была, теперь двоечку поставил. Ну, вот такая гайка. Еще одна находочка. Красота. Это просто песня. Смотрите, какая тут красота.
Ветра нет, солнце. Несмотря на то, что минус 7, вообще комфортно ходить. Тем более в термобелье. Так, двигаемся дальше. Выкопали чистенький сигнальчик. Пятнадцать, 16, 17. Уже гору пробок выкопал с такими сигналами. Я каждый, в общем, обнадеживающий сигнал я снимаю на камеру, но большая часть их не будет видео. Потому что там пробки, пробки, пробки. Будем надеяться, что это включим видео. Ну, где-то это... гильза. А нет, это даже патрон целый. Смотрите-ка. Ржавый. Пуля ржавая. Капсуль целый, не выстрелил. Выбросил его. Ну, вот так вот. Еще одна находочка. Двигаемся дальше. Тут у нас сигнальчик очень похожий на советский. Не хотелось бы сегодня монеточки поднять. Голтрошка на морозе это перестала работать. Надо разбираться. Поэтому приходится меня Панасоник снимать. В руке его держишь. Одной рукой, а второй копаешь. Очень неудобно, но уж извиняйте за такое не очень удобное смотрибельное видео. Ну, как есть. Все по чесноку. Так. Что-то не выкопали. Так. Интересно. Ну, прям что-то, мне кажется, что монета должна быть. Ну, пинчиком попробуем. Попробуем пинчиком. Блин. Ладно. Не буду затягивать поиски. Если что-то путное, покажу. Когда найду. Наконец-то нашел. Но, к сожалению, это не монета. Ну, близкая. По размеру и по форме. Это какая-то пуговица была. Ну, не все коту масленица. Двигаемся дальше. Очередной сигнальчик был 18-19. Это у нас гильза от пистолета от ТТ. Скорее всего. Так. Ну вот, ходили мы здесь, ходили, все поубивали с теркой и с другими приборами. Смотрите, что у нас. Вот, кому делать было нечего. Это же сколько сил надо потратить, чтобы соорудить такой домик на дереве. Охотники вряд ли. Детвора. Это же сколько, ё-моё. Представляете, сколько этих надо попилить, затащить туда. Это называется охота пуще неволи. Это беда. Ладно. Двигаемся дальше. Сигнальчик был 11. Не особо... Не надеялся ни на что. Но это у нас конинка. Конинка. Ну, хоть что-то. Такая
выгнутая сильно. Сначала подумал, пуговица. Нет, это конина. У конины такие плоские прорези. Ну ничего, находочка еще одна есть. Двигаемся дальше. Сегодня снова у нас день артефактов. Это у нас переменный резистор. Какого хрена он делает тут в лесу, непонятно. Да. Вот так вот бывает. Двигаемся дальше. Еще один сигнал 18. Еще один у нас артефакт. Гильза. Смотрите, с отверстием. Вот любопытно всегда. Для чего тут делали отверстие в гильзе? Стреляная гильза. Что там у нас написано? Неважно, в общем. Как-то так. Ну, как-то грустновато, когда монет нету. Ну, в принципе, это не настолько страшно. Главное, что мы на свежем воздухе гуляем, набираемся здоровья перед долгой зимой. Еще один артефакт. Ну, в общем, гильза. Но решил показать. Это вот гильза старая. Времен гражданской войны. Походу. Видно там все, да? Нестреленная. Вы видите надпись там, какой год? 1900 какой-нибудь. Смотрите, что любопытно. Пулю кто-то ставил туда. Назад. А капсуль целый. Как такое бывает и зачем, непонятно. Ладно, двигаемся дальше. Мох. Смотрите, какой классный. Я всегда снимал одно время. Красавчик. Так. Двигаемся дальше. О, опять на эту пришел. Теперь с другой стороны зашел. Так, ладно, двигаемся дальше. Смотрите, какой у нас сигнальчик. Империя. Ну, здесь так звучат и банки консервные, все что угодно. Но нет, на этот раз нам повезло. Я был уверен, что мы сегодня не без находок путных. Смотрите, какое колечко. Медное. Классное. Промышленное. Так, сейчас мы его почистим. Если... Мне показалось, не серебряное ли? Ура! Отлично, отлично, отлично. Колечечко. Отлично. Просто песня. Сразу настроение выше. Двигаемся дальше. По обыкновению, когда найдешь какую-то путную находку, вот я метров 5-6 нашел там колечко, и все очень тщательно, миллиметр за миллиметром выбиваю. И опять у нас сигнал 18-19, ну думаю, пробка, но все равно копнул. Нет, это у нас, смотрите, какая красавица конинка. Ребристая. Класс. Yes. Отлично. Ну что, вторая путная находочка. Это радует. Не знаю, почему так бывает, но бывает день артефактов. Вот пряжка. Еще старинная, медная. Ни одной монетки. Ну и ничего страшного. Пряжечка тоже зачет.
направляемся к машине. Сейчас еще немножко пройдусь, потом выключу прибор, включу телефон и пойдем по меточке в приложении к машине. Снова копаю все сигналы. И у нас снова артефакт. Снова пуля. Теперь уже прям в полном сборе. Капсуль пробитый. Но что-то не сработало. Либо порох отсырел, либо капсуль бракованный. Вот так вот. Еще одна находочка. И что самое интересное? Сегодня цели достаточно глубокие. На штык и на полтора штыка. Например, кольцо на полтора штыка. И конина тоже. Так что картошечка глубину дает приличную. Даже для мелких. Ну, как сказать, это не мелкая цель, достаточно крупная. Он ее и на два штыка увидит. Двигаемся дальше. Ну вот, на сегодня все. Включил телефон, приложение. По внутреннему навигатору практически подошел. Вот синий кружочек, это я стою. А красный значок, это машина. Где-то 50 метров, ну 100, наверное, в том направлении. Значит, что? Сейчас покажу, что мы нашли. Нашли мы достаточно много. Ну, гильзы всякие. Пули. Вот, смотрите, что. Так, сейчас мы... Ну что, по количеству находок достаточно много. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17 цветных целей. Это еще вот пробки там. Ну, не буду показывать. Но там штук 30 пробок еще есть, наверное. Водочных и от газированной воды. Главная, самая ценная находочка — это у нас колечко. Медная, не самоделка. Фабричная. Ну и, конечно же, конина вот эта зачетная. Ну вот еще одна. Из путных находок две конины и колечко. Это все, конечно, шмурдяк. Ну, а этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео. До свидания. До новых встреч в эфире.